Ну, как детей раскидали, ну ты знаешь. Ну, как нас в прошлой катке. Как ты с прошлой катки? Это танк. Стреляй в руку. Я пошел. Удачи. Съесть мой хромированный гелик. Охуенно, блять, великолепно, идеально. Ты говоришь, лягушачьи лапки, да, любите? У нас крокодили лапки. Крокодилье филе, блядь, заказывали нахуй. Смотри, ты ему срезал все, кроме вот этих на лапах кожи, да, и он выглядит как будто в ботинках такой, знаешь, мультипликационный ящер. Не, знаешь, это вот реально, как крокодил Гена занимается сексом? В носках, блядь. Сука. Смотри, смотри, рубает ее. Смотри, что ты... Смотри, у меня тут все витраша. Он прикончил ее. Я уже успел посчитать одну главу. Смотри, эту главу. На китайский? Ты на немецкий и китайский ходишь одновременно? Да. Еще и на английский. Скажи что-нибудь на китайском, черт. Хуй чао. Хорошего дня. Ну, просто тут видишь человек, который в Китае живет сейчас такой. Хуй сяо, блядь. Когда он поднимается, попробую заоркань. Если что, я тебя прикрою просто, если он будет уебываться. Давай. Блядь! Ебать, вы нахуй исполнили, блядь. Обнимашки до смерти. Сука, два пара суицидника, блядь, ёпта. А вы вообще что стоите там, залипаете? Я рассказывал вам, как мы с Китом сныкали пейнтбольные винтовки и пронесли их на американцев. Нам Элис историю какую-то рассказывает про пейнтбольные винтовки. Пизда-то вам, а я тут воюю один. Пойдем, поскакали. Ох, вот он. Тихо, мышь. Иди сюда, где мышь, сука? Да. Ты мне прям в ноги кинул, смотри, если я двинусь, я загорюсь, смотришь? Да. А, что-то не горю. Не горю желанием загораться. Я тоже не горю желанием загораться. Бля! Давай, показывай, как убить ее. Второй способ. Сука! Надо вытекнуться и выстрелить с дробовика в голову. Мешает, блядь, пусть кушает. Капец, как они, блядь, чавкают, я ебу, блядь. Я и захотел. Бля, голова. Наверх, скорее всего. Похуй, бля, я хочу попробовать динамит кинуть. Вот теперь можешь кидать. Блядь, беги! А зачем мне в ноги-то стрелять, я не понимаю. Вот гитара, вот гитара. Вот гитара. У нас хорошие новости. Вот отсюда сейчас громила вылезет.